Отопительный сезон в Саратове задержался из-за действий Волжской ТГК. Предприятие запланировало в два раза больше ремонтов и затянуло сроки их окончания. Кроме того, энергетиков подвели недобросовестные подрядчики. Такая информация прозвучала на брифинге заместителя главы администрации Саратова Дмитрия Федотова. Он сообщил, что на сегодняшний день в Саратове к теплу подключены 4111 домов. Вне игры пока остаются 50. Федотов пообещал, что по этим адресам идут ремонтные работы по замене систем отопления и через день-два закончатся. Что касается социальной сферы, то здесь почти 100% готовность. Исключение составляет медицинский колледж на улице Чернышевского. Там идут работы Волжской ТГК. Но и здесь батареи должны потеплеть в ближайшее время. В принципе, можно констатировать то, что мы вхождение на сегодняшний день завершим сегодня. На полном объеме все подключим. Еще несколько дней будет регулировка по стоякам, по отдельным элементам внутридомовых систем, потому что где-то стояки завоздушены, где-то были выполнены работы.